Первого исполненного ей четверного, эта фраза, впоследствии ставшая вирусной, была написана Этери Тутберидзе в одной из социальных сетей. Прошлый сезон Майя пропустила из-за травмы, и сейчас мы... Композиция «Я вижу красный», и мы видели этот... Майя Хромых, как же мы скучали по этой... Считает, что между этим видом спорта и фигурным катанием есть немало общего. И там нужна продуманная стратегия. Еще и близка философия, что игра не окончена, пока не поставлен мат. Пара, олимпийский чемпион Максим Траньков. Ну, в то время, когда откладывает в сторону микрофон, разумеется. Смена тренера ведет и к другим переменам. Место жительства, города, расставание с близкими из-за переезда, в конце концов. Но Бойкова-Козловский... Александра Бойкова. Вот, кстати, и тренерская группа. Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Данил Глейхенгаус. Ваши аплодисменты. Еще и чемпионка страны Софья Акатьева. Но Соня только восстанавливается после травмы. И изначально было обговорено, что она выступит исключительно в короткой программе. Ей мы с вами вчера уже насладились. Майя Хромых, тренерский штаб Этери Тутберидзе. Долгожданное возвращение Майи Хромых на лед после пропуска сезона. Целый сезон Майя пропустила, залечивая травму. Давайте поддержим еще немножко Майю Хромых, потому что, да, не все сегодня получилось. Но сезон у нас еще очень длинный. И все. И теперь уже четыре. Такая юная, такая хрупкая и уже такая готовая. Готовая не только к этому сезону, но еще и закрывать выступления девушек-одиночниц произвольно. Большой тренерский коллектив. Максим Траньков без микрофона. С микрофоном. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И это ли не чемпионское катание?